Алло. Привет, мелкий. Что ты делаешь? Нифига не делаю. Ты тоже совсем один? Не-не, я не один. Чё за... Что это? Кто там? Ко мне тут, короче, сосед заскочил. Ща по второй линии ответит. Эй, чувак! Эй, браза, возьми трубку. Я? Чувак! А ты-то чё делаешь? Ничего, скучаю, убиваю. Ой, ладно, утомил ты меня, пойду посплю. О, хорошечно. Акт последний. Финал. Разрази меня гром. Где это я? Вроде бы лег на диван. Заснул. Здесь. А, наверное, это сон. Так, парнеш, ты чего у меня делаешь в доме? Или это не мой дом? Ну вот, как обычно, во сне ничего не понятно. Опачки. Эй, сосед. А ты чё такой огромный-то? Слышь, ты чё у меня во сне делаешь вообще? Может, мы махнёмся с тобой местами? Ты будешь милимизерным чуваком, а я буду огроменным. Ой, фу, как у тебя изо рта пахнет. Иди зажуй блендомет. О-хо-хо-хо. Ты это не психуй. Может, тебе успокоительное? Дружище, успокойся. Капец ты здоровый. Слушай, а ты в курсе, что у тебя из спины дом пророс? Нездоровый комитель, можете к доктору обратиться, а? Сосед, ты меня видишь? Я маленький таракашка. Во-во-во-во, полегче, полегче, чуть меня не рассоптал. А ну-ка. Резиной пахнет. Потничком. Да, вот это ты огроменный. Слушай, как в битве титанов. Ты это, дружище, тихо-тихо-тихо, шептуна не пусти. А то я как таракан от дихлофоса. Задохнусь тут нафиг. Капец, ну и местечко, приснится же такое. Чё делать-то хоть тут надо, а? Баскетбол поиграть может? И сейчас 10-й номер забрасывает трёхочковый и... Нет, не забросил. Зато может из-под кольца получится. Одно очко приношу к своей команде. А у соседа пока по нулям. У тебя даже на бороде 0 очков нарисовано. Ха-ха. Ладно, я пошел дальше. Так, выключатель есть. Интересно, смогу ли я его своим баскетбольным мячиком включить? О, не, до туда я точно не докину. Слабоват, кошмалы ел. Тогда нужно... Нужно попробовать забраться в этот дом. Что же в этом доме? Дружище, не психуй, все будет ништяк. Я спасу тебя, я отведу тебя к доктору. Опа. Опа. Блин, как тут высоко. О, рубильники, кнопки, как я всегда люблю. Люблю красные кнопочки. Че это шатается так? Главное, чтобы сейчас дом не рухнул. Как он стоит-то, на каких ножках-то? Пошатывающих. Блин, дружище, не пугай меня так, а? Ты че? Чё за живот держишься? У тебя гастрит? Фух. Так, нажимаю на красную кнопку. Поехал вагон! Поезд! Чух-чух. Так, куда ты едешь? Нифига себе! Блин, это чё, я сделал? Не-не-не, я здесь ни при чём, я валю. А мы тут ни при чём, а мы тут ни при чём. Танцуем, веселимся и двигаем плечом. Что это у нас там за петарда какая-то? Блин, круто! Здесь будут фейерверки! Надо где-нибудь найти спичку. Так, куда этот провод идет? Опачки, кажется, там есть электричество, надо взобраться. Опа! Опа! Что у нас здесь? Нет! Перемкнуло! Блин, искры. Главное, чтобы меня здесь не подожгло. Пойду тогда по рельсам. Ух, что-то я устал. Хотя немного пробежал, а бежать еще фиговую тучу. Капец, кто строил эти рельсы?
Как они вообще в воздухе висят? Здесь тоже какая-то платформа есть. Для чего она? Пока не ясно. А вот и домик, который я расфигарил. Блин, нифига ж себе, там же поезд лежит. Так, вдруг там кто пострадал, скорее туда. Есть кто пострадавший? А, там никого не было. Жесть, сколько здесь свечек. И какой огромный торт. Так. А что будет, если эту свечку потушить? Здесь была ванна где-то, вот она. Так, можно даже парочку попробовать затушить. Мы же у меня во сне. Если они потушатся, то значит это происходит в реальности. Если не потушатся... Так, тихо, не психуй. То значит это сон. Проверяем. Ну, как я и говорил, это сон. Сон во сне. Или как там? Не тушится, в общем. Ладно. Значит, я могу здесь творить, что захочу. Возьму парочку свечек. Нафиг все поскидываю. Попробую сейчас поджечь носок своему соседу. Дружище, жди меня. Я иду тебя спасать. Юху, я Супермен. Тра-па-пам. Ну-ка, иди сюда. О, он наступил на нее. Жесть. Сейчас будет салютанский. Салютик, салютик. Йо-хо-хо. Воу. Салют, конечно, красивый, но, сосед, я не хотел, чтобы тебя оглушило или ослепило. Что там с тобой происходит, дружище? Давай, вставай, очухивайся. Не, походу он не собирается очухиваться. Ему совсем плохо. Блин, надо найти где-нибудь таблетку. Надо тебя как-то откачать. Сейчас что-нибудь придумаем. Держись, друган, держи... Держись. Кажется, я в твоем внутреннем мире. Чувак, может, уберешь с меня ногу? Спасибо, спасибо. Что делать-то здесь, а? Ага. Если у тебя есть зонтик, ты можешь полететь вверх. Зонтики летят вверх. Но у меня нет зонтиков. А, может, здесь что-то с гравитацией? Сейчас попробую запульнуть туда баскетбольный мячик. Оу, нифига себе, вот это я спульнул. Офигеть. Только надо по розетке в этот раз попасть. Жесть, да я прям Майкл Джордан. Не, ну ты индеец, я балдёк. Чёрт подери, промазал. Ловлю, ловлю. Ну, давай, 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 давай. Ну, щелкни, щелкни. Еее, выключатель переключен. Только я не знаю, для чего он. А, от него идет какой-то провод. Ну-ка посмотрим, что это. Хо-хо. Тостер! Огромный тостер! Пойдем-ка поджаримся! Кавабунга! Радио! А чё радио не играет? Может его включить можно? Нельзя. Так, спираемся по антенне. Тостер, ты ждешь меня? Блин! Чуть-чуть не хватило! Ну что ж так... О! Есть! Есть! Так... Ого, то есть мне на эту стеночку можно забраться, да? Ну, сейчас попробуем. Ю-ху! Офигеть! Фух, есть! Жесть, как я высоко! Сосед, я теперь выше тебя! Блин, тут все шатается. Очень ненадежная конструкция. Блин, как высоко-то! Страшненько, страшненько. Смотрите, там есть таблетки! Возможно, они помогут нашему соседу. Как бы до них добраться? А это что? Какая-то труба? Офигеть. Так, а это что за переключатель? Так, что это? Опачки, это включает лифт. Подожди, подожди, подожди. Нет, 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 нет. Едь обратно, едь обратно. Ага. Ну так как я во сне. Я уважаю экстрим. Грех не попробовать. Сейчас нужно спуститься за этими таблетками. Конечно же, есть вероятность, что я разобьюсь. Но я же во сне. Десантная высадка.
так. Кажется, десантная высадка у меня не получилась. Нужно попробовать еще разок. Итак, дубль 2. Уокабабунга! Правда, это из ниндзя черепашек, но ничего. Ну! Да, у меня получилось! И что же это за таблетки? Тинми. А, так это же типа Ментос. Офигенно. Возьмем парочку, зажую дома. Хотя, правда, по-моему, эти таблетки больше, чем моя голова. И если я попробую их съесть, кажется, у меня получится разорви рот. Или вообще разорви голову. Ух ты, смотрите, там есть кола. Кола плюс Ментос получается... Получается фонтанище. Блин, грех не попробовать. Как мне тут добраться? Кажется, мне придется прыгать снова. Ладно, десантные войска, еху, поехали. Фух, красавчик. Я научился летать. Теперь нужно добраться до бутылки с колой. Вон туда. Ну что, с богом? Десантная высадка! Блин. Ой, блин, рано это сделал. О. Как я уже понял, у меня все получается со второго раза, так что рискну и второй раз. Юху! Ну-ка, надо крикнуть кавабунга! И... Да, получилось! Кока-кола? Это же кола? Вроде похоже. Жалко, трубочки нет, я бы сейчас немного попил. Так... Ну что, сосед, я сейчас тебе дам этого успокоительного или слабительного, я не знаю, что я тебе сейчас дам. В общем, держи фонтанище. Хопа, воу, полегче. Ой, ёшки-матрёшки, как это было больно. Кажись, я конкретно покалечил сосед, я не хотел, бедолага. Я думал, что, ну, ты поймаешь бутылку и попьешь, утолишь жажду. Короче, ну, как бы нехорошо получилось. Так, Ментос надо выкинуть нафиг. Нехорошие таблетки. Что дальше? Надо попробовать поехать вон на том лифте. Ну что, я снова наверху, я снова на коне. Что мне нужно сделать? Я так предполагаю, нажать на рычаг и быстро десантироваться вон на ту платформу. Сейчас я это и попробую сделать. Хлопс. Воу. Опс. Крутяк. Вот это я, красавчик, вот это я, десантура, без парашюта, и вот так вот летать, не каждый сможет, ух ты, вот это дырище, кто здесь, капец, ну и отверстие, как высоко я взбираюсь, что же там наверху, ку-ку, эй, сосед, ты меня видишь? О, что происходит? Какого нафиг? Как так?